Друзья мои, всем привет! Я снова в эфире. Никуда я не пропал. Я как работал, так и работаю. Просто бывают такие моменты, да, когда ты реально выпадаешь из Ютуба, да, из Инстаграма. Короче говоря, когда ты выпадаешь из социальных сетей. Я болел там практически 2 недели, да, плюс. После этого, последнюю неделю у меня реально просто катастрофическая нехватка времени. Это связано, конечно же, и с работой, и есть какие-то все-таки семейные, не то что проблемы, да. Короче говоря, в Инстаграме больше информации и обо мне, и о работе, и автомобилях, и, конечно же, о ценах. 9 утра, воскресенье, приехал на авторынок. Пойдем посмотрим, что сколько стоит. Так, и, собственно, почему я назвал, скажем так, жестко ролик, да? Ребят, потому что действительно все жестко. И сейчас вы в этом сами убедитесь. Да, несмотря на то, что автомобили, то, что правый руль дорожает, друзья, его покупали, покупают и будут покупать. А все почему? Да потому что реально автомобили хорошие, они надежные, они качественные, они не ломаются, да? И автомобиль с пробегом 100 тысяч километров, да он прослужит больше, чем, извиняюсь за выражение, новая леворульная Г. Других слов у меня просто нет. Авторынок, крайняя стоянка, 11-я стоянка. Сегодня похожу по ней, у меня здесь есть 2 автомобиля на осмотр. Посмотрим цены. Вот, пожалуйста, пример. Стоит Honda Fit. Автомобиль 2018 год, я его проверял. 2018 года пробег на автомобиле 70 тысяч километров. Стоит автомобиль 860 тысяч рублей. Представляете, 860 тысяч. Это 1.3. Но это свежий 18 год, то есть у него датчик уже здесь стоит в решетке, плюс на лобовом стекле. Короче говоря, у него адаптивный круиз-контроль идет. Он 3,5 балла, по левой стороне у него окрас, левая сторона окрас, 2 двери у него менены, летняя резина. Несмотря на это, да, то, что там у него менены двери, то, что у него окрас, автомобиль заслуживает внимания. Раньше за эту стоимость можно было взять хорошего гибрида, полторашку, хорошего. Вот. Но, тем не менее, как я и говорю, автомобили пользуются спросом. Как видите, выбор автомобилей есть. Практически всех марок. Кстати, за исключением фитов. Фитов реально очень мало. А так, пожалуйста, вся стояночка. Автомобили есть. Итак, Honda Freed Spike, 13-й год, максимальная комплектация 788 тысяч рублей. Объем двигателей 1,5 литра, коробка передач, вариатор. Есть автомобили передний привод, есть автомобили 4WD. Есть гибриды. 4WD, там устанавливается автомат. Toyota Corolla Fielder, 2018 год, аукцион, статистика 1 миллион 25 тысяч рублей. Honda Shuttle, 2013 год, гибрид, подогревы, 2018 год, 1 миллион 100 тысяч рублей. Есть передний привод, 4WD, гибрид. На гибридах коробка передач, робот. Друзья, роботов, не надо бояться роботов. У меня второй автомобиль Fit, гибрид, робот. Ездим, проблем не знаем. Рядом у нас стоит Honda Insight, тоже автомобили поднялись в цене. Ничего плохого про автомобиль сказать не могу, но как-то вот, не знаю. Не особо их спрашивают. Honda Fit Shuttle, 2012 год, 1,5 литра, 4WD, 785 тысяч. Обратите внимание, есть фиты, старые кузова, 10-й год, гибрид, 648 тысяч. Да, они появились. Что у нас здесь еще по ценам есть? Свежий автобус. Пробег 67 тысяч, 1 миллион 530 тысяч. Кстати, многие спрашивают, да, почему я профессионально не монтирую ролики, почему я кого-нибудь не найму. Честно, мне это не надо. Вот пришел, включил, снял,
показал. То есть я как бы за там супер контентом не гонюсь, да, по большей части канал он, чтобы донести до вас цены, что сколько стоит вообще по наличию автомобилей и так далее. Ребят, что у нас еще есть? Танк 4, кстати, 4 ВД, 18 год, 775 тысяч рублей. Это пробежные грузовички, нужно будет обратить на них внимание. Сузуки Солево, тоже довольно таки популярный автомобиль, но, конечно же, в комплектации бандит. 16 год, 1.3, там 1.240 у него идет, 730 тысяч рублей. Напоминаю, проверка автомобиля у меня стоит 2000 рублей. Это не по всему рынку пройти, это вы находите автомобиль. Вообще, что вам нужно сделать? Заходите на сайт drom.ru, находите автомобиль, копируете ссылочку, скидываете эту ссылочку мне. Я созваниваюсь с продавцом, договариваюсь о встрече, проверяю автомобиль для вас. Проверка 2000 рублей. Получаете фото, видео отчет с комментариями, с рекомендациями. Ну и по телефону мы уже с вами потом обсуждаем. Fit 17 год, 1,5 литра, гибрид, комплектация L, это, ну, назовем это предмаксималка, да, максималка это S-ка, 938 тысяч рублей. Nissan X-Trail. Кстати, ребят, сейчас есть некая проблема с отправками. Все, конечно, связано и с пандемией, да, и то, что просто то, что близится Новый год. Многие водители к нам на Восток, на Дальний Восток уже просто не поедут, потому что к Новому году домой не вернутся. 1 800 000 рублей, 2 литра гибрид кроссовер. Давайте посмотрим прадиков. Есть свежие прадики, также есть свежий Форестер. Кстати, я вот сейчас думаю поменять автомобиль. Это 2,5, 2 310 000, пробег указан 62 000. Думаю поменять автомобиль, не то что поменять, да, а продать. Тоже есть на то причины. Короче, вся больше информации, еще раз повторюсь, больше информации в Инстаграме, поэтому не забываем подписаться. Свежие прадики. Не вижу ценника, но 1 300 000. 18 год, 2,8, да, 3,5 миллиона. Знаете, сейчас многие тоже будут писать: да мы вот там возьмем, там чуть ли не салона, да, левый руль. Смотрите, вот в принципе, да, они одинаковые, внешний вид, там начинка у них, все у них одинаково. Но, друзья мои, не забывайте, берем ту же самую японскую сборку, да, автомобилей. Есть японская сборка для внутреннего рынка. Ну, есть, скажем так, назовем это для внешнего рынка, да, японская сборка. Там Prado, Forester, еще какие-то автомобили. Небо и земля, поверьте. Реально, небо и земля. Похолодало очень на улице. В воскресенье, вот завтра у нас опять обещает какой-то коллапс. Филдера есть, старые кузова. Немного, но есть. Воксе, Нохи. Вот в данный момент в поиске у меня есть такой автобус. Вот, ну тут пожелание. Две двери, круиз, две печки. Ну, довольно-таки серьезные пожелания. Поэтому ищем. Поиск автомобиля проходит, в среднем он длится неделю. То есть кто-то там мне звонил, да, день-два. Обещают найти автомобиль. Я, может быть, да, может быть, это, конечно, и реально, но у меня сроки неделя. Предупреждаю всех. Так, надо найти какие-нибудь интересные автомобили. Вот Фриды, Спайки. Понавезли автомобили. А почему? Потому что они пользуются популярностью всегда. 900 тысяч рублей, 16 год. 947 тысяч, 4 ВД, 817 тысяч. Стоит у нас Prius, 1 149 тысяч рублей. Также я вам хочу напомнить, что я проверяю не только беспробежные автомобили,
но также, ребят, и пробежные автомобили. Вот кто следит за Инстаграм, кстати, нет, вру, уже отогнал. В общем, туда попадают больше автомобилей. Fit Shuttle, 13 год, 1.3, 785 тысяч. Я вам скажу, руки-то замерзли. Прям вот камеру держу и пальцы все уже одубели. Хотя, в принципе, сколько тут? Минус 3, по-моему. Видите, у нас ветер. Ветер, влажность. Видите, сколько фридов, а? Так, Honda Fit, гибрид, резина под замену. L-комплектация 847 тысяч, 4 ВД. Ну, тут надо смотреть. Надо смотреть, что с этим автомобилем. Еще, смотрите, целая грядка стоит фридов. Целая грядка. Памятник, наверное, авторынка, да? Я не знаю, почему он так долго продается. Несмотря на то, что он долго стоит, я до сих пор еще... Короче, я не знаю, что с ним происходит, с этим автобусом, с этим степом, да? Но как бы вид у него такой, довольно неплохой. Я вам скажу, Делика, 13 год, 4 ВД, 2 миллиона 50 тысяч. Еще одна Делика, 2 миллиона 130 тысяч. Дизель, 1 миллион 950. 1 850. Какой-то из этих автобусов я смотрел, по-моему, в Воксе он довольно-таки неплохой. Да, 140 тысяч пробег, гибрид, кузовщина целая, то есть тоже неплохая комплектация у него. А в Воксе эксквайеры, Нохи, начинка автомобилей одна и та же. Минивэн Toyota Wish, 3 ряда сидений. Минивэн Isis, кейкарчик Suzuki Alto, самый дешевый кейкар. А, ну вру, еще Мира ЕС. Многие спрашивают, во сколько рынок открывается. Друзья, рынок открывается в 9 часов утра. Но сейчас время 25 минут 10. Вот примерно к этому времени подходит уже основная масса продавцов. Виш, 12 год, 4 ВД, 1 миллион 35 тысяч рублей. Солио, 4 ВД, 675 тысяч. Климат-контроль, мультируль и так далее. Везель, 1 миллион 370 тысяч. Арактис. Toyota Арактис, Subaru Трезия. Друзья, то же самое. Но здесь ценник не пишет, по-моему, на этих автомобилях. Так, ну что, пройдемся дальше. Mitsubishi EK, кейкарчик, ну тот же самый Дейс. Ты, стекла замерзли, много где цен не видно. Шаттл 695 тысяч. Друзья, ну, отзвонился мне продавец, нужно идти проверять автомобиль, поэтому на сегодня будем заканчивать. Всем спасибо, кто смотрит до конца, кто комментирует, кто поддерживает. До новых встреч!